является. Сергей Павлович, когда тренировался вместе с вами, выиграл с ММА, ты хорошо с ним общаешься. Да. Тренировался в АКА, ты предполагал, что он может так доминирующий идти по тяжелому весу? На тот момент, когда он в АКА занимался, он был более молодой. Сейчас видно, что он очень сильный ход набрал, опыта набрался. Вполне возможно, может стать чемпионом. Я не исключаю такой возможности, потому что да, Нгану бьет, очень страшно бьет. Павлович бьет не хуже. Павлович, что отличает Павловича от Нгану? У него очень хорошая греко-римская борьба, борьба в корпусе. Если он будет с ним драться, я думаю, если чуть-чуть повисеть на Нгану, 1.5-2 раунда, я думаю, что стилистически Павлович может его выиграть. То есть может быть еще один чемпионский пояс для России? Вполне возможно. Вы посмотрите мое интервью в 2013 году, когда я говорил через 5-6 лет.